Средняя цена на сырое молоко в Башкортостане выросла по итогам прошлого года почти на 6% до 23 рублей 20 копеек за литр. Отмечу, что рост закупочной цены в нашем регионе был быстрее, чем у ближайших соседей. Однако она осталась ниже среднероссийского показателя, который составляет 23 рубля 90 копеек. По данным Союз молока, выше стоимость сырья в Татарстане и Свердловской области. 24,5 и 23,5 рубля соответственно. Рост по итогам 2016 года 5,7 и 2%. В Оренбургской области закупочная цена выросла на 2% до 20 рублей. Исключение составил Пермский край. Средний уровень цен там снизился на 1,5% и составил 21 рубль 50 копеек без учета НДС.